Наградить за это Архангельскую область денежным грантом из федерального бюджета было решено в Москве во вторник, 17 ноября, на заседании комиссии по межбюджетным отношениям. Об этом сообщила работающая в комиссии сенатор от Архангельской области Людмила Кононова. Она подчеркнула, что впервые в истории Архангельской области работа региональной власти получила такую высокую оценку правительства России. Работа власти оценивалась в том числе по таким показателям, как рост доходов субъекта Российской Федерации, объем инвестиций в основной капитал, оборот продукции и услуг малого бизнеса, реальные доходы населения, жилищное строительство, развитость системы школьного образования, решение проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, смертность и ожидаемая продолжительность жизни населения. Учитывалась и оценка населением деятельности правительства. Также в пятерку лидеров по эффективности вошли органы исполнительной власти Тульской, Ленинградской, Астраханской и Калининградской областей. То, что мы вошли в пятерку по финансовым нашим всем достижениям в этом году, на самом деле мы заняли теперь второе место, и общая сумма бонуса составляет 342 миллиона рублей, которые мы дополнительно получим со стороны Федерации за то, как мы работали в этом году с финансами, за соблюдение тех правил и норм, о которых мы договорились с Министерством финансов и правительством Российской Федерации.